И также еще одно запретное, одно из запретных видов торговли, мы сказали, это поднятие цен, то есть оно столько-то не стоит, например, ручка стоит там, известные там 10 рублей. Он договаривается, с кем-то идем, будешь говорить, продай мне за 100 рублей. То есть вот это запрещено, наджш, он запрещен в шариате. Также запрещен гарар. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, наха ан бейль гарар, то есть запретил продавать то, что ты не имеешь. Например, говоришь человеку, у меня есть, например, там, скажем, мебель такая-то, она стоит 100 тысяч рублей. Она, ты ее где-то присмотрел в другом магазине, она стоит 50-60 тысяч рублей. Она у тебя нет, ты ее еще не купил. Если бы ты ее купил и продал, тогда да. Но ты говоришь, вот я тебе ее продаю, давай мне деньги вперед, забираешь у него деньги, покупаешь там за 50 и продаешь ему за 100. То есть вот это гарар, запрещено продавать. Это ученые говорят, как имам Навави, это самый запрет продажи гарар. Это одна из величайших основ продажи. Аль-асль мин аль-усуль. Поэтому это бейль маджхуль, это вещь, неизвестную вещь, когда ты продаешь, например. Или, например, когда говоришь, я тебе продаю рыбу в воде, или продаю тебе птицу, которая он там летит, я тебе ее продал, давай мне деньги. Или продаю тебе молоко, которое находится в име в этой корове. Или продаю тебе барашка, который в утробе этой овцы. Это все бейль гарар. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, наха ан, запретил эту продажу, этот вид продажи.